Привет всем! В этом видео мы рады представить вам нашу новую работу. Это угловая кухня от пола до потолка в цвете кашемир. Состоит она из двух прямых блоков длиной 2 метра 30 сантиметров и 3,5 метра. Эти блоки разделены колонной, которая, вероятно, является вентиляционной шахтой дома. И ее мы обшили фасадным МДФом, который идентичен остальной кухне. Эти две детали, они закреплены к стенам и сделаны они с вот этом углу с зарезом под 45 градусов для того, чтобы сделать минимальный стык между ними. Нижняя часть кухни у нас с этой стороны представлена выдвижными ящиками. Открываются они с помощью профиля ручки L-образной формы, C-образной формы. Сами же механизмы являются системой Legra Box от Blum. В цвете Орион, это темно-серый цвет. Тут имеется у нас внутренний ящик, который в замок соединяется с большим фасадом. Открываться они могут как вместе, так и по отдельности. В каждом ящике имеется резиновый коврик для меньшего шума посуды и для более легкой уборки. Столешница и рабочая стенка из керамогранита одинакового цвета. В ней имеются врезанные розетки, врезана плита белого цвета, как и вся остальная техника. С этой стороны мы имеем мойку, которая вклеена в столешницу снизу. Она подобрана под цвет столешницы и также под этот цвет подобран кран. Второй кран для фильтрованной воды. И внутри у нас здесь немало интересного. Это ведро мусорное, которое автоматически открывается при открывании фасада. Там у нас диспоузер, он же измельчитель пищевых отходов. И задекорированный алюминиевым C-профилем вырез под сантехнику. Также имеется карго для различных мелочей. И, конечно же, наш стандартный алюминиевый поддончик. Кухня имеет подсветку рабочей зоны. Она включается отдельно с этой и с этой стороны с помощью сенсоров на мах. Включил, выключил. И также есть регулировка яркости. Вот, подсветка становится тусклее. И подсветка становится ярче, если подержать руку на сенсоре. Перейдем же к верхней части кухни. Вероятно, всем знакома ситуация, когда вы неожиданным образом встречаетесь вот с этим углом головой, и во избежание таких инцидентов, а также для более удобного доступа внутрь шкафчика, мы предлагаем устанавливать на такие фасады петли 155 градусов, которые помогают фасаду открываться вот аж сюда. Такие петли установлены у нас на все центральные фасады. Крайние фасады, которые находятся возле пенала и возле колонны, открываются на петлях 86 градусов со встроенными ограничителями для того, чтобы не было касания между фасадом и стойкой. В левой части кухни у нас имеется пенал, в котором располагается встроенная техника компании Bosch в белом цвете, в едином дизайне. Примерно на уровне груди человека среднего роста у нас находится микроволновка. Ну и непосредственно под ней, примерно на уровне 80 сантиметров от пола, находится встроенная духовка. Как обычно, к стенам кухни примыкает у нас с минимальным зазором, примерно 3 мм. Далее у нас следует фальшпанель, которая препятствует касанию фасада об подоконник. Вот здесь есть у нас выступ подоконника для того, чтобы не было никаких повреждений. Сделана эта фальшпанель. И далее следует фасад, который открывается для доступа в высокий отсек, для швабр и прочей подобной длинной хозяйственной утвари. Все фасады без ручек в этом пенале и открываются они на типоне. Нижний ящик у нас под духовкой, как обычно, на типон Blum Motion. И боковые стойки, видимые
также все из фасадного МДФ, как с этой стороны, так и с той. Вент-канал, как обычно, задекорирован корпусным ДСП. И хотелось бы отметить, что вся техника данной кухни была приобретена у нас и подобрана для заказчика нашими менеджерами. Помимо этого, у нас есть еще немало интересной фурнитуры. В выдвижных ящиках это держатель для ножей компании Blum. В этом ящике у нас также лоток для столовых приборов. Он такой приятно прорезиненный и по цвету идеально совпадает с Legro-боксом. Вот эта фурнитура для нарезки от рулонов пищевой пленки и фольги. С этой стороны у нас имеется сушка для тарелок и чашек. В данном случае тарелки располагаются сверху. Она итальянского производителя Inox. И ширина ее 90 сантиметров. Интересным образом сделана посудомойка. Несмотря на то, что кухня довольно просторная, заказчики приняли решение купить посудомойку компактной ширины 450 мм. При этом же фасад данной посудомойки 600 по ширине. И здесь у нас, благодаря чему, имеется дополнительный отсек для химии посудомоечной. Вот. Этот отсек спроектирован так, что он не мешает открываться фасаду посудомойки. Ну и довершает наш сегодняшний объект встроенный холодильник фирмы Liebherr. Открываются фасады у нас с помощью профильной ручки, которая нарезается соответственно высоте фасада и крепится к нему в паз, то есть она не имеет видимого крепежа ни с лица, ни с тыла, так сказать, скрытый крепеж. И из дополнительной фурнитуры на фасад установлены ограничители открывания дверцы для того, чтобы не было касания об стену при открывании. Ну и в самом низу мы имеем алюминиевый металлический цоколь в цвете нержавеющая сталь, который проходит непрерывно через всю кухню, и он сделан также на вот этом углу под фасадами. Фасад, вот эти облицовки стены, они сделаны вровень с фасадами кухни. И для того, чтобы выдержать единый целостность дизайна, сделан цоколь под накладками на стену. И отмечу, что на этом объекте, как и на практически всех наших объектах, вся техника, сантехника, электробытовая техника подключалась нашими специалистами. То есть мы завершаем объект под ключ от начала и до самого конца. А на сегодня все. Как всегда, спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Удачи вам и до свидания.